26 март күні тіншілік жарайоны, қапсызлік сауқасыда, қамкорлик ва ментақави шереклік мавзусыда Афғанистан бойынша Ташкент халқыра конференциясы матбуат марказыда қатар сессиялар өткізілді. Афғанистанда қапсызлік ва барқарарлікні тәмінләш, қамда оның ментақадагі савдо иқтисоди, транспорт ва энергетика сауқалары рвачыда орнына ашырыш, парламентлараро мұнасабатларыны мұстахкемләш, Афғанистанны тінші ел білән қайта құрышта Өзбекстанның ролі, қамда Афғанистан худудда, хусусан Кабул ва Мазари Шариф шахарларида инфратузилма лойиҳаларини қурушдаги иштирокига оид масалалар муҳокима қилинди. Afg'oniston masalasi bo'yicha Toshkent xalqaro konferensiyasi matbuot markazining 26 mart sanasiga belgilangan sessiyalari prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori Vladimir Norovning tashrifi bilan yakunlandi. Mahalliy va xalqaro ekspertlar hamda jurnalistlar ishtirokida o'tgan yig'ilishda Vladimir Norov Afg'onistonning bugungi ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalardagi holati, turli tashqi kuchlarning ta'siriga qaramasdan mamlakatni qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shni davlatlar va qator xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'rsatilayotgan ko'mak va ular bo'yicha aniq tahlil natijalarini keltirdim. 2002 по 2015 год было Европейским Союзом оказано более 7 миллиардов долларов финансовой помощи. Кроме того, на брюссельской конференции в ноябре 2016 года было принято решение оказать содействие до 20 миллиардов евро помощи Афганистану до 2020 года. И Узбекистан в этом плане тоже оказывает определенную помощь, она заметная помощь, об этом уже в течение двух дней сообщали представители наших министерств и ведомств, в частности, это, можно сказать, и строительство железной дороги Хайратон-Мазари-Шариф, это и строительство электролинии передач Хайратон-Кабул, Мазари-Шариф-Кабул, это почти с 2002 года по 2016 год объем электричества, поставленного Афганистану, увеличилось почти 30 раз. Владимир Норовнинг фикри ва БМТнинг таҳлилларига кўра, Ўзбекистон шу билан бирга қўшни мамлакатлар ва халқаро ташкилотларнинг кўмаклари эвазига сўнги йилларда Афғонистоннинг иқтисодий ҳолати сезиларли яхшиланган. За прошлый год, по данным ООН, валовый внутренний продукт этой страны составил 17,4 миллиарда долларов. И бюджет этой страны 6,5 миллиарда, но, к сожалению, 2/3 этого бюджета – это донорская помощь. В то же время, если посмотреть на некоторые показатели, которые указывают Международным валютным фондом, то в валовом внутреннем продукте сегодня сельское хозяйство занимает 22%, промышленность 23%, услуги 45%. Но, тем не менее, по данным Всемирного банка, 44% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве и 60% доходов населения от данного сектора. Но в то же время, по имеющимся данным Всемирного банка, более 9 миллионов жителей этой страны живут за чертой бедности. И в данном случае в городских условиях лица, живущие за чертой бедности, составляет 39%, а в сельской местности 46%. Да, ВВП составляет всего 590 долларов. То есть это значительно меньше не только соседних стран, но и других государств, которые имеют низкий рост. Дархакикат, мамлакеттаги беқарорлик туфайли ишсиз фуқаролар сони ортиб бормоқда. Ўз-ўзидан муҳтожлик натижасида, айниқса, эркаклар қатор террористик гуруҳларга қўшилиб қолишмоқда. Сабаби Афғонистоннинг ижтимоий иқтисодий соҳасидаги муаммолари қатори қишлоқ хўжалиги юналишида ҳам камчиликлар мавжуд. Но есть проблемы, конечно, в том, что нет достаточной инфраструктуры для развития сельского хозяйства, есть проблемы хранения овощей и фруктов, есть проблемы и с безопасностью, конечно. Но в то же время надо отметить, что и Узбекистан, в частности, оказывает существенную помощь в развитии сельского хозяйства Афганистана. В частности, в 2017 году во время встречи президента Узбекистана, уважаемого Шавкат Миромановича, и Ашрафа Гани, президента Афганистана в Астане, в рамках саммита ШОС, была достигнута договоренность о поставках Узбекистаном ежегодно 300 тысяч тонн минеральных удобрений и 2000 сельскохозяйственных машин, тракторов и машин, и, ну и на поддержку населения более 250 тысяч тонн пшеницы. Qolaversa, spiker ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida mamlakatga ko'rsatilgan ko'mak va ularning natijasi bo'yicha tahliliy ma'lumotlarni ham keltirdim.
при содействии международного сообщества, в частности, если USAID с 2001 по 2016 год оказала содействие развитию сферы образования около 900 тысяч миллионов долларов для развития этой сферы. И показатели, естественно, они значительны. На 2015 год количество функционирующих школ составило 15 тысяч, а число учащихся 8,7 миллиона. В то время как в 2001 году всего учащихся было 1 миллион. Ну и в высшем образовании тоже заметно имеется изменение. В Афганистане 31 государственный университет и более 100 частных высших учебных заведений. Число студентов увеличилось с 7,8 тысяч до 174 тысяч студентов в этой стране. Но опять-таки, несмотря вот на такие показатели, уровень образованности населения составляет всего 38%. И поэтому по инициативе нашего уважаемого президента Шавката Миромановича было принято решение и открыт центр образования в Термесском районе Сурхандаринской области, где созданы специальные условия для обучения более 100 афганских специалистов. Оз нутқи давомида Владимир Норов нафақат Ўзбекистон, балки қатор давлатлар ва халқаро ташкилотлар томонидан кўрсатилган кўмакни ҳам келтириб ўтди. Хусусан Эрон, Хитой, Россия, Туркия каби мамлакатлар шулар жумласидандир. Кўриб турганингиздек, Афғонистон Марказий Осиёнинг энг муҳим ҳудудларидан бири ҳисобланади. Уни ҳам ижтимоий, ҳам иқтисодий ривожлантиришда эса Ўзбекистон жонбозлик кўрсатмоқда, деди ўз сўзи якунида Президент ҳузуридаги стратегик ва минтақалар аро тадқиқотлар институти директори Владимир Норов.